Вот, а сейчас наткнулась просто на другую зарядочку. Ну, легкий старт вроде называется, думаю, попробую. Хоп, хорошо, еще 4, 3, 2 и 1. Да с кем-то из садика, да. В общем, смотри, рассматривай, если тебе интересно, давай. И вот сегодня в голову мне стукнуло, думаю, о, щавель бы купить сейчас. Кстати говоря, у меня спрашивали как-то, а чем отличается мультиварка от мультикухни. Вот я вам скажу. Ну, щавель я режу где-то примерно по 2 сантиметра. Вот такие вот. Доброе утро, девочки мои. Сегодня у нас чуть-чуть попрохладнее. Интересная картина, я смотрю. Солнышко еще светит. Сзади солнышко, а впереди тучки надвигаются. Наверное, дождь опять пойдет. Сегодня ночью был дождик. И вот я смотрю, тут сережки у меня напротив в тополь. Сережки уже повылазили. А тополь, который вот стоит чуть-чуть сбоку, там сережки уже попадали. И вот внизу там уже лужи такие вот от сережек помутневшие. Вот моя мама говорила, что когда сережки опадают с тополя, и лужи становятся вот такими вот темными, но всегда дожди идут. Она говорит, обычно идут дожди. Но у нас передавали, да, вторая декада апреля будет более дождливая. Ну что делать? Что делать? Переживем. Зато потом, как пойдет тепло, будет уже вообще майское тепло будет. Ой, как хорошо, тихо, птички там щебечут, классно. Моя гортензия все цветет, цветет пышным цветом. Сейчас я ее полью, побрызгаю, чтобы ей было кайфово. Еще раз доброе утро, девочки. Я сейчас кофейка немножко попила для того, чтобы немножко проснуться, раскачаться. Я не могу еще проснуться никак. Но я думаю, что, наверное, сейчас я сделаю зарядочку и взбодрюсь. А у меня сегодня Настя будет. И у Насти сегодня вроде нет тренировки. На тренировку она не идет, так что мы будем с ней вместе. Чем будем заниматься, еще не знаю. Мы вместе придумаем. Я вот думаю, чем ее кормить. Надо сделать что-то, что ей нравится. Но ей нравится оливьешка, которую я готовлю. Я думаю, что оливье, может быть, я приготовлю для ребенка. У меня есть что покушать, но то, что я ем, она не все ест, не все любит, не все ей нравится. Вот. Так что я проснулась, глазки продираю сейчас, пока что сижу. Пойду по-быстренькому сделаю зарядочку сейчас, прям быстренько-быстренько, и начну уже готовить. Ну а что я буду дальше сегодня делать, я еще пока вообще не знаю, еще ничего не придумала. Ну, будет день, будет пища, посмотрим, посмотрим. А на пятках назад. Хорошо, разминаемся. Всегда начинаем с разминки для того, чтобы подготовить свое тело к основной части тренировки, чтобы ни в коем случае не травмироваться. Хоп, хорошо, еще 4, 3, 2 и 1. Закончили, чуть присели, колени немного согнуты, не обязательно в присед. Мы вращаем правое колено вовнутрь, разминаем колено, сустав. Но мы твердо стоим на ногах, уверенно, и не разбалтываемся очень сильно, чтобы не навредить суставу. Правую сторону наклон. Раз. И выросли. Вперед. Хорошо, выросли. Левую сторону и назад. Супер. Снова право. Вперед. Взгляд в пол, когда вперед. В сторону. И назад. Еще два таких круга. Снизу руки идут вверх. Отвели. Максимально согнули себя в тазу. И выросли. И снова. Вниз. И выросли. Ягодицы поджали. Вниз. И выросли. Хорошо. И еще один вниз. И начали. Вниз. Раз, сидим. Два. Выросли, поджали. Чуть-чуть таз немного подкрутили, но без резких движений. Вниз. Раз. Два. Выросли, поджали. Встали в планку. Раз. Два. Три. Мысленно руками как будто разрываем пол. Четыре. Пять. Пальцы широко. Шесть. Семь. Восемь. И... Раз. Без резких движений, без рывков. Мягко, спокойно, угла. Вверх. Три. Вверх.
4. Делаем топ и на выдохе. Раз. И легли. Хорошо. На выдохе. 2. Вдох. Выдох. 3. Мышцами подтягиваем себя. 3. 2. Работаем. 1, 2, 3, 4, 5. Живот тянут, напряжен. Девочки, сделала я зарядочку. Сделала сегодня новую зарядочку, которая чуть посложнее и чуть подлиннее. Вот эти зарядки, которые я сейчас выбрала, это Новый Старт 2, по-моему. В общем, ну, взяла от того же тренера, просто уже как бы я к ней привыкла. Попробовала, не знаю, чуть-чуть все-таки посложнее, чуть-чуть подлиннее. Я думаю, что те зарядки, которые я делала, ну, они, собственно, супер легкие. Я уже думала, может быть, делать сразу по две зарядки в день. Вот. А сейчас наткнулась просто на другую зарядочку. Ну, легкий старт вроде называется. Думаю, попробую. Ну, в общем, вроде бы ничего пока. Ну, я не чувствую так, чтобы мне там что-то болело или что. Может быть, попозже почувствую. Ну, в общем, дальше будем посмотреть, короче говоря. Все хорошо, мне прекрасно, я взбодрилась, немножко даже разрумянилась. Так, ну а сейчас я поставлю варить картошку и яйца, и потом хочу все-таки оливьешечку нарезать. А кстати говоря, девочки, прошлое видео я сняла, я вам показала, как можно взять себе абонемент, даже не абонемент, а просто подписку навсегда. Подписка со скидкой 70%. Я под прошлым видео вам оставила промокод. Промокод имеет какое-то ограничение по времени, поэтому большая скидка 70%. И кто желает, кому это интересно, можете пройти по прошлому видео, кто еще его не посмотрел. И взять можно зарядку навсегда. И можете заниматься, потом уже не глядя на сколько стоит чего. Вот я взяла, а теперь не парюсь. Я могу когда-то заниматься, когда-то сделать перерыв. В общем, не отсчитывая дни, оплаченные, неоплаченные. В общем, ну, даже когда и на год вот берешь, все равно иногда, вот как по мне, так я могу, ну, месяц, даже меньше позаниматься. А потом что-то мне бывает просто не кайф, облом. Я могу сделать перерыв, через какое-то время опять как бы продолжить занятия, выбрать какую-то другую себе тренировку. В общем, ну, сейчас вот взяла и не парюсь. Все. Так, ну ладно, поехали готовить. Настюха уже пришла. Настюха уже у меня. Все, она тут пока играется. А бабушка чем занималась? Сейчас покажу. Бабушка оливье делала. Оливье для внучечки. Ты же любишь оливье, бабушкина? Вот сегодня на обед будет у нас оливье. И много других разных вкусностей. И я сказала Насте, что у меня еще какие-то вкусности. Она говорит, какие вкусности? Ну-ка скажи мне. Мне такие... Она сказала Наполеон, и я говорю, сначала говорю... Наполеон. Я вспомнила, что такое Наполеон. Такая, Наполеон! Но мне просто нравится Наполеон. Я люблю его. Он такой вкусненький, нежный. У бабушки всегда для тебя вкусности найдутся какие-нибудь. Ну, конечно.
Вот там моя оливьешка, девочки. Не стала снимать. Сколько можно его снимать, вы уже видели. Вот, сделала кастрюльку оливьешки. Настюля любит, как бабушка оливье делает, так что будем кушать. Все, мы с Настюшей покушали оливьешечку, на полигончик поели, сок попили, да. Я вам говорила сегодня, я не знаю, чем я сегодня буду с Настей заниматься, походу будет видно. И вот что-то мы с Настей заговорили, она у меня спросила, а твои, бабушка, а твои родители, они где? И, в общем, заговорили за родителей. Я говорю, хочешь фотки посмотрим? Хочу. И вот я достала вот такую огромную пачку, девочки, фотографий. Вот, здоровая пачка. Это бумажные фотографии, старые еще, еще древние. Там и я, и родители, и, в общем, мои дети маленькие. Все вот так вот, вот разных возрастов, в кучу перемешку. Сверху тут лежала вот такая фотография. Она говорит, а кто это, бабушка? Я говорю, это я. Это я в твоем возрасте. Это еще в детском садике фотографировалась. Мне было тут... Ну, лет 6-7 где-то, да, вот уже возраст перед школой. Это я была в костюме сороки на Новый год. А дальше вот такое, где она еще маленькая тут. Ну, она порватая еще такая. Ну, потому что, да, хранились фотографии а это кто? По-разному. Да. Это я. А вот это кто? Ну, это мальчик с моей группы. А это вы еще в ясельках? Ну, тут мне годика 2, наверное. Да, вот такая я еще маленькая тут была. Да. В общем, будем рассматривать с Настей фотографии. А это я с дочечкой, с Еленочкой. Да ей тут еще полгодика, наверное. Вот, сейчас что-нибудь будет интересное, я вам покажу. Так, девочки, отключалась на некоторое время, чтобы тут разобраться. В общем, разложились мы тут, смотрим все. Ну, давай покажем. Это мой папа маленький тут в детском саду где-то там. Давай вот так на камеру покажем. С белкой. Ну, не знаю, где они там белочку нашли. А, и это самое. Я говорю, слушай, ну вы с папой прям похожи вот тут на этой фотографии. Да? Настя, ну, Настя и на маму тоже похожа, ну вот на папу тоже очень. На маму больше, кажется, немножко. Ну, конечно, вы же девочки. А вот когда подросли, вот теперь... Теперь я больше на папу, когда он подрос, похожа. Так, это я с дочкой. И это тоже дочка у меня малюхонькая еще была совсем. Только вот месяца два, наверное. Вот, давай, Настюля, по одной показывай. Хорошо, хорошо. Потому что фотографии совсем разная тема. Это мне здесь лет 18. А сестре, наверное, лет 14. Это мы с ней фотографировались где-то в салоне пошли фотографироваться. Это я с дочечкой. Ей здесь годик. Самая прекрасная фотография. Ну, вот. Ну, где-то там. Да, это я с мужем замуж выходила. Да. Это у нас там свадьба была. Так, мои родители. И мне один годик тут. Вот и тут, он. Кстати, бабушка, она серьезная. Серьезная. Такая. Ты про меня, я серьезная. Ага. У тебя брови немножко такие. Это мне здесь годик. Вот какая там серьезная. Наверное, серьезная, да, была. Ну, такие молоденькие у меня родители были. А это мне здесь... Тут она в садике фоткается. Не помню здесь сколько. Несколько лет, несколько годиков мне тут. Это садиковская фотография. Дальше вот она тут. Тут мне 18. Ну, я вам как-то показывала. Ну, может быть, не все видели. Давно это было. Вот здесь... Это я с родителями, мама. Я постарше, младшие мои, около годика сестре, Мариночке моей. Вот наши родители вот такие. Так выглядели. Ну, кажется, последняя фотография, да? Ну, не последняя, это я с папой. Но это я тоже тогда, только не знаю, сколько мне там, может, несколько месяцев, полгодика, мой папа. Ну, 64-й год. Ладно, смотрим дальше. В общем, пачка фотографий большая. Я говорю, Настя, основное я тебе показала. Бабушку, дедушку показала. Родственники всех показала. Говорю, пачка еще здоровая. Кстати, я говорю, есть желание? Смотри уже, сама рассматривай, сиди. Кстати, еще одна фотография. Вот бабушка здесь. Бабушка здесь в трусах. Бабушке здесь лет 5-4, не знаю.
Это какой-то лагерь был у нас на море. С кем-то из садика. Да, с кем-то из садика, да. В общем, смотри, рассматривай, если тебе интересно, давай. Все, насмотрелись фоток мы. Смотрите, Настя села. У меня страничка. Вот это доделаем. Вот, 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 вот. Это что как самое? Это самая первая, вторая, самая третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и уже заканчиваю девятую. Молодец, аккуратно выводишь. Слушай, ну мы раньше вот этим занимались в первом классе, а сейчас уже на подготовке дети вот это все вырисовывают. Ну давай, молодец, аккуратненько, давай. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Уже не самое утро, 10:30, но на градуснике уже, девочки, плюс 20. А днем сегодня будет до 23. Прекрасная погода, но такой легкий ветерочек, но он вроде бы тепленький. Вот, хочу уже выйти на улицу. А я сегодня с утра, прямо с самого утра, прям сделала зарядку, девочки. Сделала еще раз зарядку. Прошлый раз, вчера, я делала зарядку «Новый старт», кажется, называется, 2. А сегодня нашла 1. В общем, сделала. Там 20-23 минуты обычно идет зарядка. Мне захотелось немножечко, чуть-чуть как-то себе больше нагрузочки дать, потому что ну, та зарядка, которую я делала вот раньше, она, ну, мне кажется, слишком легкая. Прям совсем супер легкая. Вот. Ну, ничего, немножечко суставки болят, потому что там планку надо делать. И вот на руках стоять какое-то время. Вот только единственное, что чуть-чуть суставы. Так, в общем, нормальная зарядка. Ну, еще там есть некоторые зарядки, которые мне хотелось бы просто попробовать. Может быть, я найду для себя какой-то идеальный вариант. Ну, по крайней мере, у меня есть возможность разные зарядки пробовать. Вот, ну, я взбодрилась. Молодец, позавтракала. И вот все поглядываю в окошко. Я думаю, надо уже прям выйти на улицу. Очень хочется. Сегодня тепло-тепло. Я думаю, что сейчас не надо сильно много на себя напяливать одежды. Футболочку, кофточку и пойти прогуляться. Вот, и еще хочу приготовить сегодня, пока что еще думаю, что приготовить, но это еще в зависимости от того, куплю я, что я куплю вообще. Что я куплю? Посмотрю сейчас на улице, пройдусь и в магазин, там не в магазин, в общем, пройдусь, посмотрю. Если я куплю то, что я хочу, то, что я задумала, значит, приготовлю блюдо одно. Если не куплю, приготовлю другое. Вот, ну, пойдемте, девочки, на прогулку. Ну что, мои хорошие, вышла я, девочки, на улицу. Ой, на улице как классно. Солнышко греет. Все, я в футболочке и в кофточке тоненькой. Хорошо, прекрасно как. Я смотрю, уже деревья некоторые зацвели, цветочки. По-моему, абрикос. Уже беленькие цветочки. Ну, если будем где-то мимо проходить, посмотрим. В общем, начинают деревья белеть. Вообще, честно говоря, обожаю, обожаю весну. Самое лучшее время года – весна. Это потому, что еще не жарко, нет еще вот этого летнего пекла, когда сидишь дома под сплитом и боишься нос высунуть от того, что я жару не переношу. Вот. Зимой холодно, тоже не кайф. А вот весна, когда вот так вот тепло, тепленько, классно. Я кайфую. Так, сейчас пройдем ветреную сторону. То я не знаю, вам слышно меня или нет. Ну что, покажу я вам немножечко по сторонам, посмотрим. Небо чистое-чистое, голубое-голубое. Ой, классно. И пахнет как-то хорошо. Прям весной такой запах. Ой, я смотрю, девушка цветочки продает. А они, кстати, искусственные. Я же думаю, что они такие яркие. Сейчас подойду, рассмотрю поближе. Все, я посмотрела цветочки, спросила, что почем. Ну, это вот уже Пасха у нас приближается. Это уже к празднику продают цветочки. Так, сейчас хочу зайти в экономный вот этот универмаг. Кое-что там хочу я посмотреть. И потом двинем дальше. Пойду сегодня на конечную. Ой, все, девчата, вышла я из магазина. Купила я кое-что, одну вещицу мне нужно для занятия спортом. Бодик я смотрела. Потому что становится жарко, и уже в футболке. Мне, честно говоря, даже жарко заниматься.
И познакомилась, молодой человек ко мне подошел, оказывается, мой подписчик, оказывается, он там, ну, какой-то начальник в этом магазине, дисконтную карточку мне дал. И, в общем, просто чудесно то, что я пообщалась там с кассиршей. В общем, короче говоря, договорилась, что будут убавлять звук, если я буду снимать там обзорчик. В общем, короче говоря, ух ты! Смотрите, вам видно сзади меня? Дерево беленькое уже! Класс! Деревья зацвели, такая красота! Листопрелесть! Вот, значит, что я иду, куда я иду, хочу вам сказать. О, еще дерево! Я теперь буду просто этими белыми деревьями улыбаться, говорю, да, по фрейду. Удивляться, не улыбаться, не удивляться, умиляться, вот так скажу. Я недавно просто пролетела мимо бабушки, сидела, бабушка продавала зелень. Я краешком глаза увидела, что она продает щавель. Но мне на тот момент тогда не нужен был щавель. А потом я уже дома так вот думала-подумывала, а что бы приготовить такого? И вот сегодня в голову мне стукнуло, думаю, о, щавель бы купить сейчас и приготовить зеленый борщ. Ну, хочется что-нибудь такое приготовить, что я очень давно, допустим, не готовила, какое-то разнообразие. Вот, ну, сейчас я прошла мимо там, возле магазина бабушка сидела, там нету ее. И пойду я сейчас, у нас на Конечной есть там такой рыночек в подвальчике. Посмотрю там. Там обычно много зелени разные продают. Может быть, мне повезет, и я куплю щавель. Но если я его сейчас не найду тут в ближайших местах, ну, значит, тогда буду готовить что-то другое. Ну, посмотрим. Покажу вам сейчас пока, что по сторонам делается. Иду легким шагом. Неторопливым. В общем, короче, погодка приотличненькая. Сегодня плюс 23. Но я уже выходила, было уже плюс 20. Тепло, даже жарко будет. Завтра плюс 24. Потом немножко дожди пойдут чуть-чуть. Немножко снизится температура. Ну, ненадолго, там на день-два. И опять повысится. В общем, короче говоря, теплынь. Теплынь и полный кайф. Я просто... Не знаю, как я балдею от этой весны. Утром просыпаюсь, гляжу в окошко, и мне уже хочется выйти на улицу и сделать прогулочку. Чем я сейчас и занимаюсь. Вот мы идем по этой вот аллеечке. Ну вот я смотрю направо, вот в интернате. Вот эти вот деревья, которые низкие, такие низкорослые все. Это все вишня и черешня. Они еще не зацвели. Значит, зацвели, что зацвели? Абрикос. Обычно абрикос зацветает у нас пораньше. Ну, начинается, по крайней мере, цветение с абрикоса, а потом уже и остальные деревья туда подтягиваются. Зато, смотрите, какой зеленый ковер. Ой, какая красота. Я просто балдею, не передать словами как. Вот машины эти шумят. Ну да ладно. Так, прошла я мимо одной палатки, щавель закончился, мимо другой палатки щавель закончился. Если с утра уже он закончился, то мало они закупают, значит. Я смотрю, цветочки кругом растут. Тут у нас вход в Пятерочку, а справа у нас здесь спуск вниз. Вот рыночек, тут у нас такой в подвальчике. О, там большой-большой такой, в принципе, длинный коридор, большой рыночек. Пойду спрошу. Все, девочки, нашла я все-таки там подвальчики щавель. Кстати, последние два пучка забрала, но они небольшие, поэтому взяла два. Ну, покажу вам уже дома. Набрала, в общем, целый пакет зелени. И теперь довольная, счастливая. Топаю в обратном направлении. Хорошо вообще. Жарко, девочки, мне так хочется снять кофту. Ветра нет вообще, вообще, ну, не дует. И прямо даже жарко в этой кофте, хотя она легкая.
Хочется прям в одной футболочке уже потелёпкать, потопать. Да, можно было бы и раздеться, но не буду. Было бы мне лет 20, я бы уже сняла кофту точно. Ой, классно. Сейчас поближе покажу вам дерево цветущее. Вот, собственно говоря, я почти все купила, что хотела. Ну, сейчас кое-что еще по мелочи там заскочу, возьму пятерочки. И потелёпкаю домой готовить будем с вами. Зеленый борщик сегодня у меня будет на обед. Вот решила вам показать. Видите, дерево цветет. Белые листочки на нем. Какая красота, смотрите. Поближе покажу вам. А пахнет как? Вы, девочки, как пахнет здорово. Ну все, топаем дальше. Топаем дальше. Все, девочки, я дома, показываю, что купила. Зашла я в этот универмаг, взяла бодик вот такой. 290 рублей стоит. Ну, там еще с синими полосочками было, с красными. Ну, я смотрела, чтобы главное мне размер подошел. Но я его там померила, там есть раздевалочка. В общем-то, он мне подошел. Надеюсь, будет мне теперь легче заниматься. Вот, девочки, сколько я набрала зелени. В общем, я взяла лук, пучок лук, зелен, петрушка с укропом и два пучка щавеля. Ну, вот такой вот один пучок, я считаю, что он небольшой. Стоит 50 рублей. Ну, я поэтому взяла два. Вот это обрежется и все. Лучше пусть хватит, чем не хватит. Так, огурчики взяла, даже не спросила, сколько стоит. Быстренько забежала в фикс прайс. Вот, увидела салфетки, зацепила их. 99 рублей стоят. Теперь на 50 листов больше. 230 штук. А прошлая пачка у меня была 180 штук. И стоила, по-моему, 55 рублей. Ну, вот так. 50 листиков добавили. И теперь 99 стоит. Ну и ладно. Главное, пускай будет. Все, будем готовить сейчас. Так, девочки. У меня кусочек свининки. Разморозился уже. Порежу я кубичками такими. Сантиметра по два. Воду поставила уже на плиту. И, в общем-то, буду варить зеленый борщ. Очень такой простой такой вариант. Мясо у меня сварится. Зажарочку надо сделать. Морковочку одну. Луковицу. И морковку, лук. В общем-то, чтобы золотистый был бульончик. Все. И картошку. Понятное дело, зелень. Да, яйца еще нужно. Да, яйца не забудь. Ой, девочки, на улице такая жара сейчас. Я прям пришла домой. А мне дома еще жарче. Но я шла, мне уже хотелось раздеться. Домой пришла. Окно у меня открыто нараспашку. И тем не менее, все равно жара. Вот видите, у нас такой климат. У нас то ли холодно, то ли жарко. Вот когда такая нежная температура, она держится вот, ну, недолго просто. Ну, может быть, даже попозже и сплит придется включать. Но пока я буду варить суп, я пока что сплит включать не буду. Уже когда сварю, потом посмотрим, может, и включу. Так, все, кидаю я в кастрюлю мясо. Пускай оно пока варится, а я почищу овощи. Так, девочки, пенку я собрала. Кипит у меня уже мясо. Мы с вами поехали дальше. В общем, беру я морковку, беру лук. Ну, одну среднюю морковку можно, одну среднюю луковицу. И смотря, сколько вы еще делаете. Сейчас я это дело сделаю зажарочку, для того, чтобы бульончик был румяненький. Такой, знаете, золотистый, вернее. Я что-то слова сегодня путаю. Что это такое? Безобразие какое-то. Румяненький. Золотистый бульончик, чтобы был. Морковка с лучком, когда поджарится, чуть-чуть. И получается такой золотистый бульончик. Вот. А чтобы он был прозрачный, золотистый, значит, надо мясо варить с открытой крышкой. Не закрывать. И на медленном огне, чтобы сильно не бурлило. На тихом огне. Так, у меня тут полторы луковицы, потому что была половинка. И еще одну маленькую я взяла. Девочки, я решила
зажарку сделать на мультикухне. Кстати говоря, у меня спрашивали как-то, а чем отличается мультиварка от мультикухни. Вот я вам скажу. В мультикухне можно поднять донышко, вот это оно поднимается. И есть тут в комплекте сковорода, вот такая вот небольшая. И можно здесь жарить что-нибудь. И вот я тогда выбрала, мне удобно именно то, что здесь, если вот печка там сломается по какой-то причине, здесь можно варить, жарить, все что угодно делать, готовить на пару. Зажарочку сделаю здесь. Хочу показать вам, как жарит. Вот видите, жареха вполне даже очень активно идет. Единственное, что вы здесь, конечно, не можете регулировать мощность. Ну вот для зажарки нормально жарится все. Можно и котлетки поджарить, кстати, здесь. Все нормально получается. Чуть-чуть поджарю, чтобы немножко подрумянилось, и выключаю. Все, оно там доварится уже. Главное, чтобы уже тут был такой золотистый получился из этого бульончик. Все, сейчас еще минутку и выключу все. Так, зажарка моя готова. Пока она готовилась, я уже картошечки вот так вот почистила немножко. Не люблю много там картошки. Все, помыла зелень всю, обрезала. Ну, вот такие вот хвостики оставляю небольшие. Нащавили. Если длинные оставить, будет кислый. Кислоту дает вот этот хвостик. Ну и все, пол пучка взяла. Лучка зеленого, петрушечка, укропчик. И поехали. Ну, щавель я режу где-то примерно по 2 сантиметра. Вот такие вот. Такие вот кусочки. Он мягкий становится быстро, а зелень как обычно. Все, сейчас подготовлю все. 4 яичка, 4 яйца, думаю, хватит мне. Но яйца я замешиваю прямо в бульоне. Я люблю, когда паутинка такая яичная плавает. Кто-то варит сначала яйца и кидает вареные. Ну, я не знаю, зачем лишнюю работу делать, варить еще яйца. И потом, честно говоря, ну, мне вот эти вылавливать вареные яйца не очень-то интересно в этом зеленом борщике своем. Так, все, поехали. Вот эту вот сейчас зеленушку все меленько порежу, порубаю. Все, вот зелень нарезала. Смотрите, сколько зелени. Я все вместе ее покидала. И лавровый лист тоже сюда закину. Так, 4 яйца беру. Я их просто вот так вот перемешаю. Вот так. Смешаю нормально. И все. И в принципе у меня уже все готово. Так, соль, перец я подготовила. Осталось мне только вот немножечко еще дождаться, пока сварится, доварится мясо. Чтобы оно было уже мягким. Хотя, в принципе, можно уже кидать картошку. Так, мясо у меня тихонечко варится. Варится оно уже минут 30. Я уже закидываю картошку. 30 или 40. Нужно наполовину сварилось мясо. Я думаю, картошку можно закинуть. Так, и что еще? Посолить. Ну, картошка закипит. В принципе, можно будет и посолить. Так. Вот пока картошка будет вариться еще минут 20. Мясо как раз уже и подойдет. Потом все остальное. Посолить можно, в принципе, и сразу. Вот это у меня соль адыгейская. Вкусную соль забыла сегодня купить. Но ничего, адыгейская тоже хорошая, с травками, приправками, хорошая соль. Так, все, ждем. Так, девочки, прошло уже 10 минут. Обычно я отсчитываю от конца. Картошка варится в целом 20 минут. Вот 10 минут прошло. Кстати, я немножечко болгарского перца закинула из морозилки, чуть-чуть совсем. Я думаю, он не помешает. И сейчас можно сюда уже отправить зажарочку нашу. Пускай зажарка тоже чуть-чуть поварится, еще минут 5. Можно сюда лавровый листик сразу же закинуть. Ну все, 5 минуточек прошло. Вот видно, да, какой золотистый бульончик. Классно. Ну, а теперь я вот так вот мешаю и беру яйца. Вот 4 яйца здесь у меня. И медленно это все туда выливаю. Вот такая белая паутиночка получается. Я воды изначально налила не очень много, для того, чтобы потом, если что, долить. Слишком жидкий не люблю. Все, видите, яйца уже схватились. Теперь можно закидывать туда зелень. Сейчас закипит и зелень закидываем.
Вот, закипел у нас. Закипел. Кстати говоря, смотрите, чтобы вот эта вот шапка может подняться, чтобы не убежала. Ну, надо все время поглядывать, и не надо, чтобы сильно мощный был огонь. И теперь я отправляю сюда всю мою зелень. Ой, так пахнет уже вкусно, девочки. Прямо уже хочется покушать его быстрее. Время обеденное подошло, пора уже обедать. Сейчас вся эта зелень усядется, и тогда посмотрю, может быть, чуть-чуть долью, а может быть, и не долью. Чуть-чуть надо долить. У меня всегда стоит на готове уже горячий чайник. Вот. Ну и все. В общем-то, зелень должна покипеть минуты 3 обязательно, чтобы она прокипятилась. И можно будет выключать. Все. Потемнело. Видите, щавель потемнел. Все, почти готов мой борщ. Ну вот, наконец-то я дождалась. У меня немножечко настоялся борщик. Я пока ролик там посмотрела. Добавила сметанку. И сейчас с удовольствием буду эту красоту, вкуснятину кушать. Ой, не могу. Пойду кушать, но снимать я не буду, как я кушаю. На этом я хочу, девочки, свое видео закончить. Кому видео понравилось, кстати, сделайте борщик такой. Если у вас щавель продается уже, конечно. Вот. Ну, если не продается, значит, попозже будет продаваться. Пишите комментарии, девочки, прощаюсь я с вами. До новых встреч. Всех люблю, целую. Ставьте лайки, не забывайте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.